Короче, у нас при работе, короче, микроволновки пошел дым. Мы ее включили. И вот эта часть, короче, вот эта часть, оттуда пошел дым. Видите, сейчас работает все четко. Но получилось из-за чего у нас вот эта такая штука. Мы просто взяли и накрыли вот эти, вот, накрыли вот эту штуку, вот. И у нас она начала перегреваться, там какой-то этот, и поэтому пошел дым. Вот эти отверстия микроволновки нельзя никогда перекрывать. А так вот, смотрим, все отлично, все четко. Ну вот, такой вот, нужно знать вот эту такую штуку, что отверстия, иначе если они будут перекрыты, и у вас будет автономный дом, а микроволновка будет включаться с сотового телефона, пока вы еще не пришли. То есть туда поставили что-нибудь покушать и включили, чтобы вот этих бумажек не было на поверхности вот тут вот так. Иначе будет пожар, знаете. Сначала насчет дыма грешил на что. Купили вчера новые ножи, всего 533 каландори со скидкой. 4 фишки, короче, 5 фишек, и вам дают вот, это, вот такие ножи. 583 они стоят. Ножи очень острые, таким можно и убить. Вот, смотри, какие вообще тесачки для нарезки. И думали, вот эта штучка отвалилась. Вот, вот такая. Вот, но это не так. Давайте ножи протестируем. Вот, нержавеющая сталь. Нож поварской, нож для нарезки, универсальный, и нож для чистки овощей. И вот так сделали, вот так перекрыли, вот, и включили микроволновку. А вот эта штука должна обдувать, вот тут должен поддув. Если вот так мы перекроем, то поддува воздуха не будет, штучки там начнут перегреваться. И если мы так все оставим, то может произойти микроволновка выйти из строя, и хуже всего будет пожар. Вот эта штука сверху, ничего сюда на микроволновку нельзя ставить.